Микрофон и сцена вместо привычной указки школьного класса. Сегодня прошел финал ежегодного конкурса «Учитель года». 9 педагогов, призванных лучшими в городе, показали жюри, как неординарно можно провести урок в школе. Среди участников было и трое мужчин. Победитель и призеры, завоевавший второе место, получат денежные премии и будут представлять наш город на республиканском конкурсе. Работать в школе – это одно удовольствие. Лично я не рассматриваю больше никаких возможностей проявления себя в какой-то другой сфере, только в преподавании, конечно же. И я хочу сказать огромное спасибо за то, что проводятся такие конкурсы, за то, что есть возможность себя показать, показать свою школу, показать своих детей.